кавалер обжигает ладонь. Скоро он запоет со мной. В жилах течет славной битвы огонь. Завтра мы отправляемся в бой. Опа, Дэвенпорт. О, да. Здравствуйте, сэр. Можно поздравить тебя? Да, да. С коротким рукавом. Да, вчера прошли экзамен. Что ж, это достойно уважения. О, спасибо, спасибо. Спасибо, экстремеримен. Я не думал, что ты справишься. Серьезно? Ну да. Почему? Ну... Не знаю, может быть, я мало провел с тобой времени в патруле, чтобы дать тебе оценку твоих знаний, но... Может быть. Инструктор посчитал, что ты готов, значит, ты в порядке. Понял, спасибо. Спасибо. Надеюсь, да, что не ошибся никто из нас, из всех, кто принимал участие в экзамене. Итак, какие планы у тебя? Так, сейчас отработать одно заявление, которое я принял, и зайти купить сменную рубашку в магазин одежды. А с этой что не так? Она скрывает мои усы. В смысле? Ну, оттеняет, знаете. Что-то с ними не то, да. Да, да. Выпала часть волос. Вот да, это все вот такая вот. И материал такой рубашки, да. Ну ладно, да. Помни, ты теперь самостоятельная единица. Помни, что преступники нападают впереди, а начальство сзади. Хорошо, запомню. Да, береги свою задницу от этих... Понятно. Воротничков, которые просизывают свои карманы в этих кабинетах. Понятно. Уже татыры стерли свои эти стулья, все еще давят и давят нас с тобой, копов с улицы, которые каждый день борются с преступностью. И рискуем они своей жизнью. Да, да, они сидят у себя в кабинетах, попивают кофе. Время от времени проводят бесполезные брифинги. Угу. Ты теперь с нами, ты наш брат. Хорошо, сэр. Так и есть. А вопрос по поводу... Я как брат могу уже брать... не Викторию могу брать сейчас уже, а вот... какого? Можешь взять крузер. Скаут 12-го скаут, года, да. Виктор. Помни, но тебе его нужно укомплектовать и желательно переработать систему тормозов с механиками. А, понял. Ну тогда пока я на своей поезжу. Который... Виктор — это хорошая машина, я ей пользуюсь. Ага. Скаут это для понтов. Все, понял. Тогда пока на Викторе, да. Да, да. Мне звонят, секунду. Хорошо. Да, давай. Давай, да, хорошо. Хорошей смены, Мирван. Офицер Сакс. Так, Шон, здорово. Привет. Что, птенчик, вылупился из гнезда? Да. Поздравляю спасибо. Тебя, спасибо. Поздравляю. Спасибо, офицер. Спасибо. Неплохо я сдал экзамен, неплохо сдал. Моменты с координацией, а так хорошо. И переговоры, я не думал, что у тебя так хорошо получится. Спасибо. Конечно, забыл, что нужно попросить их зайти в помещение, но да, при этом... Да. Понятненько. Но Мэриман, кстати, мне сказал, что не ожидал, что я сдам. Я тоже не ожидал, честно сказать. А? Что? Но тут такое дело, понимаешь, твои смены маленькие, это... Тяжело обычно. Я бы не сдал с таким этим, с такой сменой. А ты сдал, это похвально. Спасибо. Видимо. Быстро схватываешь информацию. Да, видимо, желание превысило мои возможности. Да, это верно. Да. Че? У меня вопрос, я сразу к делу хотел. У меня тут заявление нужно отработать одно по поводу мошеннических действий. И у губернаторской же камеры есть. Я хочу сначала пострадавшего узнать, где они стояли, чтобы... Вот одному можно выезжать, чтобы осмотреть камеры, сделать запросы в губернаторскую? Или нужно ВАДами обязательно это делать? Мужик, ты ПО2. Делаю, что хочу? Конечно. Очень хорошо. Спасибо. Ну, будь осторожен, пожалуйста. Да. Хорошо? Да. Все. Можешь спасибо. Ехать. Спасибо. Да, сначала с рубашкой зайду. Конечно, да. Давай. Спасибо, все, Сакс. Ну да, да. Давай, да, удачки. Ага. Классные усы. Нет, ну да, спасибо. А это вопрос, кстати, теперь новый стажер будет у тебя? Ну, он у меня и так уже есть. У меня два было их. А, два? Да. Вот Роберт был, который с тобой сдавал. Да. И вот он выпустил, сейчас еще один у меня есть. Но я думаю, он скоро полетит отсюда. Совсем? Прям? Совсем. Не приходит, что ли? Ну, разок катались с ним как-то.
Ну, сейчас вроде на смене, но сложно все это. Но это не важно. Понял. Ладно, хорошо, тогда нет, просто если что, если Адам нужен, я буду готов, когда заливание закончу отрабатывать. Давай, ладно. Да если за что звони, телефончик-то да, есть. Да, да, и если что, тоже звони, да. Давай, давай. А то есть я правильно говорю, понимаю, что можно Викторию взять сейчас, Виктора. Пальчику. Пойдем. Сейчас покушаем. Там люди что? Знаешь, что ты можешь взять? Скаута? Скаут. Но мне Мэриман сказал, что его нужно там подрихтовать будет, а я хочу просто надежную тачку, без рихтования. Не слушаю. А хочу... Не, там, может, Виктора? Не, ну ты хочешь Виктор взять, возьми Виктор. Хочешь, что мы этот... скаут, возьми скаут. Так, скаут. Так, а ты что в бронежилете мне скажи? Здравствуй, сэр. Что ты? В департаменте-то, а тем более. То вчера не снял. То вчера не снял еще. А, понятненько. Так вот, иди, бери Виктор, конечно, снаряжай, вот притаскивай все вещи с премьера. Понял. Делай, что хочешь, катайся, как хочешь, что делай, что хочешь. В рамках языка закона, конечно. Конечно, да. Спасибо, Адам, все, Зайс. Давай, давай. Эти внутренности всякие, ты можешь их поразить невероятно. А еще если сердцем проблем, тоже не можешь. Че ж, он не может найти Виктор? Я не могу определиться. Скаут или Виктор? Ну, я на скауте люблю. Скаут. Смотри, я люблю скаут, Хакс этот любит скаут. Многие любят Виктор. Но я вот сел на Виктора, мне вообще не понравилось. Поворачивать не очень. А скаут такой большой, и ты можешь, если что, по песочку чуть быстрее, чем едет Виктор, 200 плюс. И едет хорошо, да. И большой, крупный, красивый еще. Также можешь участвовать в погонях в каналах, спускаться в В-каналах, подниматься в В-каналах. А Виктор такой, чисто вот по 13-му ехать, и то скаут перегонит Виктор. Так, а тогда вопрос. То, что говорят, что нужно его идти, там, что-то с ним шаманить, ну, это надо? Я шаманил, да, но можно и без этого. Ну, а лучше сделать, почему нет? Это же не сложно. Самому приятнее будет. А какого года тогда скаут? 12-го. 12-го. Все или на 12-м Виктор? Катаются. Виктор или скаут? Пойду думать. Спасибо. Ну, давай, я на, я на скауте катаюсь. Да, давай. Я помню, да. Давай, давай. Бери скаут. Вопрос. А если, допустим, вот сейчас буду ездить на Викторе, а потом я могу взять скаута у Бобби? Конечно. Что хочешь, можешь делать. А, два. Серьезно? Ну, ты можешь два транспорта взять, да, и кататься на каком хочешь, когда захочешь. Мало ли там с Виктором что-то случится, на скаут пересядешь. Отлично. Отлично. Спасибо. Пойду. Давай, давай. Здравствуйте, офицер. Sir. Как дела? Все good. Отлично. А вы вчера экзамен сдали, верно? Да, сэр. А что там задавали? Не подскажете? Практика 1055, 1066, переговоры. А все? По теории все, что в мануале. Начиная от кодов, заканчивая принадлежностью к тому или иному IC. То включая оказание первой помощи, вот это вот все. Так, оказание первой медицинской помощи можете мне рассказать? Прямо сейчас здесь рассказать про оказание первой помощи? Да, я же стажер, вот вы офицер ПО-2, расскажите мне, пожалуйста. Мне очень сильно интересно. А у вас не проходили тренинги, что ли, это все? Нет. Серьезно? Yes, sir. Серьезно. А кто у вас инструктор? Коннорс. Понятно. А почему ему вопрос не задаете это? Эти? А его нет, пока что. Никому пока что вопрос задавать. Ну, главное понять в первой помощи, какое кровотечение. Три вида есть. Капиллярное, венозное и артериальное. Так. И нужно понимать, что с ними делать. Капиллярное — это просто подуть, чмокнуть и сказать, все будет хорошо. А артериальное — это завязать повыше и перетянуть, сделать жгут. А венозная, когда артериальная, это такая более светлая кровь течет, такая алая. А венозная — это бордовая. Вот в случае, если течет бордовая кровь, и это венозное кровотечение, перетягивать ничего нельзя, иначе просто человек умрет. Поэтому тут нужно просто прижать к ране какую-нибудь медицинскую салфетку или тряпку, чтобы остановить кровотечение, замедлить его. Это основное, что нужно знать, а про переломы, вот это вот все, это
исходя из логики, сломанная рука, не дергать сломанную руку, оставить в покое, наложить шину. И вот это все. Бедро сломано, также наложить шину и исключить передвижение какое-то. Вот, в принципе, мне кажется, это все та информация, которая может быть необходима на экзамене. Там вглубь вот этого оказания первой помощи никто не углубляется. Вот так вот. А еще что спрашивали? Коды все. ТН-коды. ТН-коды, и также обычные коды. От 0 до 5. Стадии применения сил. Ну, это стандартные такие все вопросы, которые и в академии задают, и вот это вот все. По законодательству задачку нужно решать. У каждого разная задачка у инструктора. Поэтому кому по полете? В смысле, это как понять? Дают ситуацию, говорят, что ты будешь в этом случае делать. А, по законам, типа, или что? Да, сказать? Да, и что будешь делать, кого привлечешь, кого отпустишь, куда сядешь, кого посадишь, вот это все. Понял. А как зовут офицер? Меня? Вас, да. Джонсон. Джонсон? Yes, sir. А имя? Джонсон. Итан. Итан Джонсон? Yes, sir. Отлично. Надеюсь, будешь в наших рядах. ПО-2. Я как человек, который находится в этих рядах целых меньше, чем сутки, буду ждать. Вчера после экзамена сразу, да, повысили? Да, прислали на почту буквально через какое-то время, там, пару десятка минут уведомления. Понял. Но. Вопрос еще такой, а планшетом ДТ вообще можно пользоваться или нет? Конечно, всегда можно пользоваться. А, в ТН-кодах при экзамене нет. Так, а если законами там будет ситуация, все дела? Вот тогда, и мне, да, инструктор вот наш, который сейчас принимал, она разрешила, да. Понял. А кто принимал, Басу? Да, она. Че, кому лучше идти? Ну, я вроде толково отвечал, поэтому у меня проблем не было. Здравствуйте, сэр. Hello, sir. Молча, иди. Ладно. Вот, поэтому... Ну, она... Видно, что она знающий человек. Понял. Да. А что, инструктора нет, что ли? Пока что нет. Понял. Ну, можешь со мной в Адами проехать, если хочешь. Я как раз еду. Сейчас. Поправлять себе рубашку. А я думаю, сейчас, короче, он уже это на смену заступит. А, ну тогда не надо со мной ехать. Тут время просто уже. Ага. Так что вот, Джонсон. Thank you, bro. Сколько лет тебе? 26. 26. Самый рассвет 26 лет. Yes, sir. Yes. Это правда. Молодой, это правда. Молодой. Yes, sir. Да. Надеюсь, не умрешь скоро. Не понял. В смысле, чего не понял? Как я могу умереть? Вообще разным, по-разному можешь умереть. Могут застрелить, можешь пойти на переговоры, и там тебя вышибут мозги из дробовика. Можешь быть щитом, и выстрелят в стекло щита и пробьют бронебойной пластиной. Можешь идти по улице вне смены, тебя пронут ножом, и ты умрешь. Ну, разные вещи бывают. Окей, сейчас к тебе приду. Я не знал даже, слушай, я думал, я бессмертный. Нет, сэр. Никто из нас не бессмертный, кроме бессмертных. А если я помолюсь? Молиться полезно. Могу быть бессмертным? Типа, Бог меня может защищать вообще? Ну, Иисус. Мне кажется, об этом нужно поговорить еще в церкви. Думаете? Да. Нужно заехать. Кому? В церковь. А, в церковь, да. Перед патрулем, да, каждый раз заезжать? Ну, у каждого свои ритуалы. Я, допустим, перед патрулем сру. Хожу в туалет, сэр. Как оно, облегчение? Ну, есть немного, да. Вы сегодня какали? Сегодня? Да. Я не буду отвечать. Почему? Я не обязан. Я просто хотел сказать, что, ну, как бы, с облегчением. Тогда спасибо, сэр. Спасибо, офицер. Вы мне нравитесь, офицер. Yes. Я всем нравлюсь, слушай, особенно девочкам. Ну, я не девочка, как так? Ну, даже не знаю, слушай, что сказать. Плохо это или хорошо? Это по-мужски, просто как офицеры нравитесь мне, сэр. Видно, что у вас вы за словом в карман не лезете. Yes. Вы же никому в карман не лезете? No, sir. Это правильно. No. Хорошо. Тогда пойду я
перетаскивать вещи вот в тот скаут. Ага. Сейчас. Ну все, тогда я пойду, не прощаемся. Да, не прощаемся. Хорошей смены, берегите себя. И вам тоже. В общем, офицер Сакс, я выбрал скаут. Я попробовал, попросил Бобби попробовать прокатиться на Викторе. Как-то управлять, как-то вот было. Мне даже на примере моем вот этом было удобнее, поэтому скаут. Чем на Викторе? Да, да. Это хороший выбор, Шон. Ты меня радуешь каждый день. Рад стараться, офицер Сакс. Ты молодец, правда. Здравствуй, Итан. How are you? Все супер. Зачем ты это как-то эти поднятые языки разговариваешь? Неважно. Старонский. Да. Хороший смена, да. Все верно, да. Пойду да. За рубашкой. За какой рубашкой? Которая не будет оттенять мои усы. Давай. Да. Понятно все. Секс. Как секс, только секс. Секс. Контрол 5.32, перехожу на частоту патрулирования. Контрол 5.32 на частоте, далее 10.14 по городу без привязки. Алло? Сэр, здравствуйте. Здрасте. Это офицер Дэвинпорт из полицейского участка. Вы заявление оставляли? Да, оставлял. Все актуально? Вас не нашел, не наш, никто не нашелся, никто не вернулся? Все актуально. Вы не поверите, я прямо сейчас у вас в департаменте. Вот прямо вот в эту секунду. Понятно. Хорошо, так я хотел с вами встретиться, чтобы вы мне показали именно конкретное место, где была вот вас передача денег и вот этой вот лицензии, чтобы я запросил оттуда запись камер, сэр. Я сейчас не на машине, но в целом я могу, наверное, идти. Кэтрин, если я по делам метнусь своим, ты не обидишься? Все нормально? Ну все, если на служебный можно будет на вашей поехать, то я покажу. На служебный, на нашей. Я просто сейчас не в департаменте. Да, по телефону. Когда можно будет встретиться с вами? Слушайте, я сейчас буду направляться к губернаторской, поэтому давайте... Через сколько сможете быть там? Думаю, в течение минут 10 буду там. Ну, договорились, давайте через 10 минут будем встретимся напротив, вот там, где губернаторская, там главная это парковка, и там вы мне покажете, где у вас была сделка. Да, хорошо. Договорились. Далее 10.14. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Так, да. Ну покажите-ка, где у вас это все было. Значит, встретился я с ним вот прямо тут, у этого фонаря. Так. Поговорил с ним, и минут через 30 примерно у этой скамейки. Угу. Я ждал его тут, он подошел, выбежал откуда-то оттуда, выбежал сюда. Угу. Дал мне бумажку, соответственно. И... Контрол на один кандидат, сколько прямо где-то тут. Поддержка, огромное спасибо. И деньги вы отдали вот здесь, да? Да, наличкой. Так, наличкой. Хорошо, сейчас я смотрю, какие камеры здесь есть. Mm-hmm. И сделаю запросы. Вот. Поэтому... Ну, скажу так, смотрите, какие перспективы у нас. Если правда, что он с вами встречался, вы давали ему деньги, мы объявим его в розыск. Его привезут, когда, если встретят, найдут его в участок. И нужно будет, он будет уже давать показания под присягой. И тогда вот то, что он говорил по телефону, что он никого не знает, пока что это в защиту показаний принимать нельзя, потому что он, ему никто не зачитывал права, его никто не задерживал. Я хочу, чтобы вы понимали. Вот, поэтому нужно смотреть, что он какие показания даст. Так что начнем сначала с записи камер. Я думал, что там детективы уже занялись этим. Ну ладно, запрошу записи камер. Увидим, какие результаты есть они или может быть губернаторская не выдаст эти записи или какие-нибудь соседние магазины. И там уже посмотрим. Контроль 21 на частоте 21 ответил свободный. Вот, так что спасибо, что показали. Сейчас я как раз здесь отмечу все камеры, которые есть, и сделаю запросы, все необходимое. 10.5, куда прибыть? Да, вы ожидаете, как видите, занимаемся вашим вопросом. Да, да.
Но в следующий раз без каких-либо, если какой-то документ, деньги передавать. Ну вот в том-то и дело, да. И лучше как-то был свидетель. Который подтвердил, что вы передавали деньги, да. Сказал один раз у детективов, это для мамонтов, вот вся эта схема. Андроу, один Ленинград, ну, что поделать, ну, перешел на чистоту города, да, теперь вы знаете, в каком вы городе. Да, в городе, да. Мамонтов. Ну, и тех, кто на них охотится, да. Все, спасибо, что показали, сейчас сделаю все запросы и буду держать вас в курсе, сэр. Да, хорошо, мне в округе ошиваться или могу своими делами? Нет, можете по своим делам ехать, когда что-то появится, я вам позвоню. Да, хорошо, спасибо. Да. Если что, будете готовы приехать, да, в участок, чтобы так, дать показания там при. Угу. Отлично, отлично. Все доброго. Да, всего доброго. Мистер Коннорс, это офицер Дэвинпорт. Скажите, пожалуйста, а у вас. Вы не помните, как, в какой период времени это было у вас? Передача денег и все вот это? 16 числа. Так, да. Примерно. Ну, наверное, по Вашингтону в 4-5. То есть могу указать, получается, Control 5123, отреагируем. Период времени с половины четвертого до шести даже, наверное, так, да? Можно даже до шести тридцати. До шести тридцати. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Контрол 5125, 1023, 1076, станция Ванус 1 задерживает. Контроль дом 21, отреагирую, далее по тревожной кнопке постояния. Ну что еще раз, сэр? Не подскажете, как... 3-6, у нас есть так какой-то повторный тревожный? Слушайте, я не могу сказать, я здесь просто веду следственное мероприятие, поэтому... Попробуйте спросить губернаторское, может быть? Да я у вас заметил, решил к вам подойти, может, он будет там что-то... Поставить. Я патрульный, обычный. Поэтому, да. Так, не могу помочь, сэр, в этом плане. Давайте так первый займем. Тебе вообще путать. Потом 21, так второй. Вы не слышно про северный инцидент, сэр? 6 дублеров. 16, на городскую поправку на... Это все последствия. Да, рейс полный. Угу. Ладно, спасибо. Да, не на что. Хорошего дня. Да, я думаю, все в порядке будет. Спасибо. Контрол 3.14, перейду на окружную. Контрол 5 линии 56, совместно с 5 линии 54, отменяюсь 5 ДМ 54, далее 214 по городу Лос-Сантос. Контрол 5 линкольн 32, код 1 по вызову о краже автомобиля. Контрол 5 линкольн 32, 1023 по последнему вызову, далее 1071. Вот он. Сирены спугнул, но это хорошо, зато атмосферная. Контроль под линией 32, код 5 по вызову в Бугоне. Потребуется одна патрульная машина для оказания поддержки. Так, первый далее. Контрол 5.12, дизель 3 по месту вызова, далее 1071. Линкольн 21, по последней стрельбе назначаю себя супервайзером, дали тактический номер, ожидайте. Мы видели, как она вышла из этой тачки. Тактический номер 1. Все юниты, которые реагировали по последней стрельбе на Ламеса, возле Аркады, дали так 1. Мэм? Да? Здравствуйте, это ваш автомобиль? Да, здравствуйте. Контрол. Перепаркуйте его правильно, пожалуйста. Мы паркуемся параллельно бордюру, а не на бордюре. Сэр, понимаете, ну, контрол, 5, некоторые люди так хорошо водят машину, что они все время царапают небо по машине. Я вас понимаю, но согласитесь, вот эти лишние 10 сантиметров не сделают ничего вам. Ладно, хорошо. И этим ребятам. Сейчас исправлюсь. Да, потому что я предупредил, а кто-то может оштрафовать, поэтому лучше не надо. Поняла, поняла.
Спасибо. Хорошего дня, не за что. 13, у меня будет трафик стоп. Это достаточно ржавый серфер, 97, Вильям Квин, нахожусь в южном направлении района Пилбокс Хилл. Позади меня будет эстакада Старость с Аркадиусом, по готовности буду спешиваться. По возможности, мне потребуется здесь 70, покажите юниты, кто находится в ближайших районах. Контрол под Линкольн 32, окажу 10-70. Время прибытия 2 секунды. Линкольн 13, далее буду спешиваться, юнит оказываешь 10-70, мне потребуется второй номер. Спешивать Великая 38, частоте, продолжаю 10-14. За превышение скоростного лимита его остановил. Ага, да. Понял. Он достаточно такой шумный, поэтому вызвал подкрепление. Отлично. Здравствуйте, офицеры! Приветствуем. Меня зовут Сайрус Вейн, я офицер станции Рокфорд Хиллз. Вы понимаете причину остановки? Ну я это гнал сильно, да? Да, нарушение скоростного лимита в черте города, 84 километра я вас зафиксировал при разрешенных 70. Как вас зовут? Райан Гарбери! Райан, да? Нет, не Райан, Роан Гарбери! Роан. Не Роан! Роланд! Роланд. А, Гаубрейд. Все, окей, Роланд, смотрите. Подскажите, транспортное средство вам принадлежит? Конечно, моя лайба. Хорошо, почему нарушали скоростной лимит? Что случилось? А я там с горки, офицер, ехал, он загналась конкретно. Я вот сейчас коплю на новую машину, чтобы отреставрировать этот автобус ебаный. Я понял. Колющее, режущее, огнестрельное, что-то есть в автомобиле? Не, нихера, нихера вообще нет. Хорошо, мне документы потребуются, ваша ID-карта, где она у вас? О-о-о, вот так тут не в надо бардачке. Делать. Не надо, без резких движений, сейчас ее достаньте. Все. Достал. Передайте мне ее. Окей, Роланд, я верну офицер, сейчас патрульный крузер. Офицер, только не выписывайте серьезный штраф! Успокойтесь, пожалуйста, руки на руле, без резких движений. Я вас еще раз прошу, до конца процедуры сохраняйте спокойствие. Все хорошо. Я верну сейчас свой патрульный крузер, проверю по базе данных некоторую информацию. С вами останется пока мой напарник. Ладненько. А вы это, офицеры, не гугики сучи? Нет. Я... Что такое гугики? Да ладно, тогда не важно. Контрол 5154, реагируем по вызову ОБН транспорта. Так куда спешили, сэр? Да я еду на баскетбольный матч! Ничего себе, за кого болеете? Свой! Я вообще буду играть на деньги нахер, большие! Ничего себе, как команда называется? Пидок, погоди, меня остановили офицеры полиции, сейчас я приеду. Сэр, положите номер, положите телефон, пожалуйста. Я положил, конкретно. Двигаемся, даль 10-80 активная. Так, за какую команду играть, сэр? Я не играю, я бы это самоучка. Понятно. Так, я болел за этого, за который в фильме белые не умеют прыгать, вот за него болел я. Ясно, не смотрел. Так, Роланд, смотрите, я выписал штраф, небольшой вроде, на 50 долларов составит. За нарушение скоростного лимита в черте города. Поэтому возьмите сейчас документы свои обратно, я вам передаю, они мне более не потребуются. Смотрите, свое движение сможете продолжить после того, когда мы вернемся с напарником патрульный крузер и выключим стробоскопы. По поводу штрафов еще, у вас есть 3 рабочих дня, чтобы оплатить его. Если вы это не сделаете, штраф будет удвоен. На оплату удвоенного штрафа еще в течение 3 дней привлечет уголовная ответственность. Все, я понял, не кричите только. Я не кричу, я просто так разговариваю, может достаточно громко, чтобы вы меня услышали. Все-таки шум... Ой... Вы чё, вы где, офицер? А, вот. Да я здесь, у вас тут на крыше какая-то, какое-то насекомое. Да, это просто белка. Нет, насекомое вроде. В общем, да, поэтому штраф необходимо оплатить в любом банковском отделении, либо банкомате. Это вам понятно, да? Всё хорошо, офицер. Хорошо, тогда. Всё, всего доброго тогда. Ожидайте, пока мы вернёмся в патрульную машину. До свидания, сэр. Контрол Зенкин-15, у меня подряды по среднему трафику стоп, на Билбокс Хилл, юнит указавшим 10-70, спасибо, далее 10-14. Контроль 18 свободных юнитов. Офицер! Рядом 10, ответили.